Добрый день, коллеги. Давайте все-таки, наверное, будем начинать. Пятница. Хотим оперативно, что называется, закончить, и все дружно пойдем отдыхать после успешной трудовой недели. С вами по-прежнему компания BI Consult, платиновый партнер китайского вендора FanRuan, который занимается производством таких замечательных продуктов для бизнес-аналитики, как FineBI и FineReport. И мы платиновый партнер BI Consult, который занимаемся распространением этих программных продуктов на территории России и СНГ. Не буду вас долго мучить историей и нашими преимуществами, как компании вы наверняка знакомы, поскольку уже много вижу знакомых фамилии на нашем вебинаре. Вот вкратце буквально пару строчек. Работа с 2009 года. Занимаемся проектами по бизнес-аналитике, то есть продаем лицензии, делаем проекты. У нас свой учебный центр, можете пройти обучение. Вот занимаемся там практически всеми платформами. Раньше занимались Clicktablo, Power BI. Сейчас российские платформы, вот китайской платформой с ней наиболее у нас интересные успехи, ну и также проектами по бизнес-аналитике, по построению ДВХ. Вот у нас тоже сейчас в этом направлении довольно большая экспертиза, сделали много проектов. Да, вот вижу, подключилась в камере моя коллега Наталья. Собственно, это наш специалист по FineBI. Она сейчас расскажет, собственно, по заявленной теме, как подключаться к FineBI, как подключать людей к FineBI, какие в этом есть особенности, какие есть фишечки, что нам это может помочь. В общем, Наташа, тебе слово, наверное. Давай не будем затягивать. Коллеги, добрый день. Надеюсь, меня хорошо слышно, ничего не фонит, нет лишних звуков. Сегодня я расскажу вам о несколько возможностей. Если можешь камеру свою поправь, а то мы увидим твои глаза только. О, У меня не супер. получается, но О, плохо супер. берутся. Спасибо. Я тогда уезжаю. Давайте, да, я по формату тогда тоже чуть-чуть напомню. Сейчас Наташа расскажет. Если прям какие-то совсем горячие вопросы, можете подключаться и спрашивать. Лучше писать вопросы в чатик. В конце мы на них обязательно ответим. Ну и сразу там главный вопрос, который задают на всех вебинарах. Запись есть, вот как вы видите, она ведется. Поэтому мы ее потом выложим. Соответственно, вы можете пересмотреть, как бы, и там найти какие-то интересующие моменты и еще раз их посмотреть. Да, Наташа, извини. Окей, да, отпусти, пожалуйста, демонстрацию, чтобы я Да. могла слайды свои показать. Видно? Да, все отлично. А сегодня, да, тема нашего вебинара «Настройка доступа и безопасности в FineBI». В первую очередь, содержание – это синхронизация пользователя с Active Directory и аутентификация, на самом деле, использование role-level security и немножко поговорим о сквозной авторизации. А синхронизация пользователя и применение общей работы с Active Directory. У нас есть FineBI, позволяет настроить аутентификацию пользователей FineBI через работу с AD. Настраивать это под суперадминистратором в Global Settings. Можно указать аутентификацию как для добавленных импортированных пользователей, так и для пользователей, загруженных с помощью синхронизации. Какой порядок настройки? Здесь перечислены основные параметры. Я продемонстрирую потом на практике, как это будет выглядеть. Здесь просто основной перечень. Синхронизация пользователей FineBI возможно сделать двумя способами. На основании источника из сервера датасет, предварительно загрузив файлик, либо еще какой-то такой источник, создав сервер датасет, и второй использовать в качестве источника данные из AD. Для этого вам потребуется плагин синхронизации с LDAP сервером. Так, предлагаю тогда перейти к непосредственной практике. Покажу, как это делается непосредственно в FineBI. Я нахожусь в FineBI
под пользователем с правами администратора. Переходим на вкладку Global Settings. И здесь, как вы видите, я еще ничего не настраивала. Будем в процессе показывать, как настраивается аутентификация с помощью LDAP. Как вы видите, аутентификацию с помощью LDAP можно еще раз для синхронизированных пользователей и для импортированных пользователей. В чем разница? У нас есть три способа добавления пользователей в систему. Это просто ручное добавление. Это пользователь, здесь вы указываете вручную логин, пароль, имя, почту и так далее. Также у нас есть возможность импортировать из сервера датасета точно так же файлы на основании источника, как сервер датасет, импортировать пользователя. Как видите, здесь, так как у нас выбрано еще не LDAP, пароль вам доступен, и вы можете указывать пароль. В случае аутентификации через AD пароль не будет доступен для редактирования, он будет использоваться такой же, как в учетке Active Directory. Также можно загрузить пользователя, используя синхронизацию. Сейчас здесь вот только синхронизация на основании сервера датасета, так как плагин я отключила. Предлагаю тогда поступить. Начнем с того, что настроим все-таки для синхронизированных пользователей подключение к AD. У нас тестовый сервер, на котором заведено несколько пользователей, с помощью которых продемонстрируем, как это работает. Параметры здесь достаточно простые. Метод simple, контекст LDAP. Здесь ignore и проверяем соединение, все отлично работает. Делаем save. Что это значит? Это настройка. Сейчас для синхронизированных пользователей у нас будет аутентификация через Active Directory. Сделаем синхронизацию на основании импорта. Здесь также указываем имя, маппинг полей, в общем, можно указать роль, позицию и департамент. У нас выполняется синхронизация на основании данных из сервера датасета. У нас появилось 10 пользователей. Я их специально завела. Часть из них есть в Active Directory, часть нет. Если показывать вот пользователи, у нас есть Student 1 и Student 2. Если проверить редактирование, то можно заметить, что возможности редактировать пароль у нас нет теперь, так как аутентификация будет происходить на основании Active Directory. Давайте проверим на практике. Зайдем под пользователем Student 1. В чем, может быть, мы добавили пользователя, но не указали его, не выдали ему лицензию. В случае, если у вас есть ограничения по лицензиям, не безлимитная лицензия, то вам обязательно пользователя нужно добавить на платформу, указав ему, к какой группе он относится. В данном случае у нас будут пользователи в просмотр. Ну, это уже, на самом деле, дальнейший этап работы с пользователями, настройка прав и так далее. Сейчас, на самом деле, в рамках сегодняшнего вебинара важнее было показать о том, что пользователь появился, и мы с помощью синхронизации смогли зайти и зайти под паролем, который задан в Active Directory, а не тот пароль, который мы вводили в файле. В
по этому пункту есть вопросы? Хорошо. Ну, в чате, да, тоже пока вроде тишина. Давайте теперь проверим синхронизацию на основании АД. То есть использовать в качестве источника информации по пользователям не сервер датасет, а именно Active Directory. Это, конечно, очень удобно, когда у вас большая организация, много пользователей, и руками это заводить вообще невозможно. Выгружать файлы только дополнительно, тоже дополнительные затраты. Логин. Переходим в раздел «Плагином» и делаем, активируем наш плагин. Благодаря чему в разделе пользователей синхронизации пользователя мы можем очистить тех пользователей, которые мы до этого синхронизировали, и синхронизацию выполнить еще раз на основании уже данных из Active Directory. Здесь точно так же нам необходимо сделать маппинг полей, чтобы система понимала, какой источник данных для каждого из полей. В качестве атрибутов используются объекты класса. Это уже особенности Active Directory, так что обращайтесь к своим системным администраторам, и они вам подскажут, какие именно классы будут актуальны в вашем случае. В данной ситуации я заполняю только имя. А вот мы видим, что добавлено 8 пользователей. Они были активированы именно из Active Directory. Их невозможно удалить, то есть недоступна нам возможность удаления, то есть только синхронизация. Также при попытке отредактировать пользователя мы видим, что мы можем определить новое имя, почту заполнить, роль, но не можем отредактировать пароль, потому что пароль задается уже на уровне Active Directory. Так что мы выполнили синхронизацию, и в данной ситуации у нас аутентификация пользователя происходит на уровне данных из Active Directory, которые мы получаем по протоколу LDAP. Следующий шаг – это настройка пользователей, которые мы добавляем либо импортируем. Напомню, что мы можем добавить пользователя. Сейчас при добавлении пользователя у нас есть возможность указать пароль для него, так как аутентификация при этих настройках происходит на уровне Find BI. В ситуации, когда мы хотим аутентификацию и для этих пользователей сделать на основании Active Directory, то мы должны выставить соответствующие параметры. Аналогично мы настраиваем на тот же сервер. Те же данные вносим. Пароль администратора Active Directory, чтобы иметь право получать данные. И проверяем соединение, все прошло успешно. Сохраняем обязательно, потому что иначе данные не будут получаться. И что мы можем сделать? Предлагаю тогда, чтобы было наглядно, так как мы синхронизировали всех уже пользователей, которые у нас были, посмотрим ситуацию, когда у нас появляется новый пользователь. Мы здесь сейчас создадим нового пользователя. Будет LDAP 10. LDAP 10. Сдаем пароль. В пароле есть ограничения, более строгие требования, нежели у Find BI, поэтому он более длинный получается. Мы сохраняем пользователя, он у нас теперь появился в Active Directory. Как видим, здесь мы синхронизацию делали до момента, когда он появился, но мы можем его вручную добавить. У нас исчезла здесь возможность
создавать пароль, но у нас сохраняется возможность создать пользователя. Мы можем указать группу для пользователя. И зайти под этим пользователем. Систему. А вам не настроили, поэтому ничего не видно. Ну, пользователь у нас появился, зайти в FineBI нам удалось. Таким образом, мы настроили метод аутентификации на основании данных из Active Directory для пользователей, которых мы добавляем либо импортируем. Таким образом, вы можете гибко управлять системой и определять, допустим, синхронизировать пользователей и отдельно добавлять, допустим, если вам нужно внешних пользователей, которых нет в Active Directory, уже их тогда аутентификацию проводить на основании FindBI. Если вы хотите, чтобы даже внося пользователя, если у вас нет, допустим, плагина, и вам приходится вручную это довносить пользователей, то придется, то стоит тоже настроить аутентификацию на основе AD. По Active Directory и работе по протоколу LDAP есть вопросы? Тишина. Второй вопрос. Вторая тема нашей сегодняшней встречи – это использование Role Level Security для доступа к данным. Есть несколько вариантов управления доступом данных на уровне, у нас есть на уровне строк и на уровне столбцов. То есть вы можете определить для пользователя, какие строки ему будут видны, то есть критерии, по которым будут отображаться данные, и также какой набор колонок будет виден пользователю при просмотре дашборда. Также есть возможность настраивать на основании таблицы маппинга и на основании логина и этой таблички маппинга пользователю будут доступны те значения, которые вы указали в соответствующих полях таблицы. Давайте сейчас посмотрим это наглядно на стороне FindBI. Я сделала два дашборда Level Security и Login Level Security. Давайте посмотрим, как это настраивается. На вкладке Permission, Manage Permission, пользователям с правами администратора заходит в раздел Data Authorization. Выбираем предварительно роль. И на данных по табличке, по тем данным, которые нужно ограничить просмотр, настраивается ограничение. Если это Role Level Security, то мы выбираем поля таблички, поля источника и определяем значение, которое будет доступно. То есть в данной ситуации вам необходимо будет либо на уровне роли, либо на уровне департамента, либо на уровне конкретного пользователя явно задавать значения из источника данных. С одной стороны, да, можно это очень там, гибко сделать, но с другой стороны, когда у вас большой объем источников, большое количество пользователей, то иногда гораздо удобнее держать это в одном месте, в одной табличке, наглядно ввести все эти данные. Но при этом система дает возможность вам настроить на уровне строк. Здесь, допустим, мы вводим несколько значений. Хочу отметить, что здесь, так как мы указываем на уровне роли, то у пользователя должны быть роли. Мы также можем настраивать на уровне конкретного пользователя. Мы можем ему дать права на использование данных и ограничить условия.
выбираю конкретное значение. Но нам необходимо еще выдать права на директорию, которые будут, чтобы пользователю был виден дашборд, который мы ему хотим показать. Также я захожу под паролем из Active Directory. У нас до сих пор работает аутентификация. Я дала доступ, и мы смотрим. Мы видим значение только тех компаний, которым мы дали доступ. Возвращаемся обратно на администрирование. И теперь давайте проверим, как делать за столбцами то же самое. Пользователь. Данные. В ограничениях по столбцам есть еще очень интересный момент. Вы можете определить правила закрытия этого столбца. То есть в случае, если вы указываете, что какой-то столбец из измерений не будет отображаться, вы можете задать правило. Правило определяется в разделе Security. У нас есть Data Denationalization, и здесь можно задать правило, по которому будет закрываться. То есть мы здесь можем любой символ выставить, который будет закрывать значение строк, и тем самым пользователь не будет их видеть. Обязательно нужно все сохранять, иначе вы потеряете те настройки, которые выполнены. Возвращаемся опять к нашему пользователю. Давайте выставим вновь созданное правило. Допустим, вот для вот этого столбца будет правило 2. И посмотрим, что у нас получится. Заходим снова под нашим пользователем. Вводим пароль из OLDAP. И смотрим результат. Как видите, здесь у нас закрыто. Звездочка, знак не поменялся. Интересно, надо будет проверить. Но самое главное, мы смогли сделать, мы закрыли данные, которые полей, которые пользователь не должен видеть. Если пользователь будет смущать, что у него появились данные, и вот здесь видно красным, подсвечиваются те данные, которые для пользователя закрыты. Здесь в контекстном меню пользователь может ограничить, изменить набор полей таблицы и убрать те поля, которые ему недоступны, и нагружать и работать с теми данными, которые у него есть доступ. По этому пункту есть вопросы по role level security? Да вроде нет, но на самом деле там вопросы по предыдущему теме. А, я не видела, прошу прощения. Да, я зачитаю, да, тогда, ну давай, когда все закончишь, я все хорошо зачитаю. Так, возвращаемся в раздел под администратором. Третий вариант – это работать именно с табличкой, которую я создала в базе данных и загрузила в Public Data, с помощью Public Data на сторону Find BI. Вот данная табличка. Здесь пользователи и несколько полей буквально. Показываю на простом примере для того, чтобы это было более наглядно и понятно. Здесь перечислены логины пользователей, и здесь измерения и значения. В случае, если мы хотим, чтобы у одного и того же пользователя было, допустим, два значения, их придется продублировать. Либо мы указываем
более верхнеуровневые измерения, его значения, а при этом сити оставляем пустым. Так тоже можно. Для того, чтобы настроить именно разрешение на уровне логина, нам необходимо опять-таки перейти в раздел Data Authorization и здесь указать источник данных для маппинга логина с полями. Как видите, здесь два отдельных, две раздельных настройки для данных в Spider режиме полученных и для данных в Direct режиме вы можете настраивать раздельно. Получается, здесь мы указываем просто файл, источник данных у нас с табличкой маппинга. А далее, когда мы настраиваем доступ пользователю, это у нас табличка Offices, у нас появляется Permission, управление на уровне строк. Мы добавляем условия по городу. Здесь у нас есть infield value, а также появляется возможность выбрать логин user info на основании данных логина. И появляется наша табличка, которую мы загрузили. Здесь мы указываем, если у нас сити, то, соответственно, маппинг должен с полем сити. Предлагаю проверить LDAP user. Но я не успела еще добавить его на платформу, поэтому и дать ему права на просмотр дашборда, который я работала специально для демонстрации этого случая. На платформу мы дали права, то есть сейчас я дала права именно просмотрщика, не разработчика, а именно с правами просмотра. Директория можно дать просто на просмотр и экспорт. Проверяем эффект. Папка появилась. Поле появилось. Данные здесь не появились, потому что здесь были еще права, которые я забыла выдать. Проверим сейчас. Видите, надо настраивать аккуратно и не торопиться, потому что да, торопиться никогда не надо, да, особенно администраторам. Объясняю, почему так получилось. Я выдала только на одну табличку Offices, хотя мой дашборд, который разрабатывался под другим пользователем. Тоже, кстати, интересно. Если вы заходите под учеткой администратора, у вас есть возможность посмотреть не только дашборды, которые были разработаны под учеткой администратора, как такого же разработчика, как и остальные, но и посмотреть чужие дашборды всех ваших пользователей, которые у вас есть. Покажу, что этот дашборд построен на нескольких источниках данных и вот целая цепочка. Поэтому права нужно выдавать не только на один, на одну таблицу, на основании которой мы смэпим с логином, но и на все остальные для того, чтобы все было корректно. Возвращаемся в менеджер, выдам права теперь на всю папочку. У нас есть здесь папочка. Тоже обращаем внимание, что если вы выбираете на уровне папки, то сразу же автоматически для всех источников, находящихся в этой папке, применяется это правило. Mm-hmm.
дохода я опять не настрою. Может, кто-то хочет подсказать, где я ошиблась? Ох, Наташа, если бы мы знали, где ты ошиблась. Ладно, это так сейчас. Для начала попробуем убрать ограничения. Это опять-таки вопрос, как искать причины. Проверим еще раз пользователя. Я его никуда и не добавила. Не добавила. Значит, это уровень должен. А вот в чем вопрос. Смотрите, причина была очень проста. Я пыталась управлять на уровне руля. Это обычно намного быстрее и проще. И забыла, что я руль-то не выдала. А на уровне пользователя только управляла. И на уровне пользователя должно быть более точно. Так, а Сергей, предлагаю тогда пока по вопросам, а я тут быстренько подумаю, в чем может быть причина. Я где-то просто что-то не учла. Да, хорошо, давай тогда сейчас продолжим с вопросами. Так, вопрос. Обновлю данные. Ты будешь два дела одновременно? Да, просто пока, чтобы было это, интереснее, сейчас я быстренько пойму, в чем дело, где я успела не учесть. Вопрос номер один. Как быстро понять, кто из пользователей заведен в АД, а кто через внутреннюю аутентификацию? Через доступность редактирования пароля. Если вам доступно редактирование пароля, значит, через внутреннюю find-by-info. Если недоступно, то значит, это LDAP. То есть вот здесь даже из-за того, что пользователь был добавлен, но он аутентификация у него была настроена как AD-директор, то пароль мы не можем настраивать. Если я сейчас отключу эту опцию и добавлю пользователя или синхронизирую пользователя с отключенным AD-аутентификацией, то будет на основании PineBI. Очень все просто. Да, спасибо. Так, девушка Александра спрашивает, если я правильно услышала, у нас не все пользователи импортировались. От чего зависит, импортировались, импортировался ли пользователь или нет? Надо смотреть, какая была ошибка при импорте, либо данные неправильно были с мэппингом, то есть, может, какие-то символы некорректны. Это нужно смотреть конкретно, что произошло. Обычно есть какой-то либо лог ваш. В логе есть ошибка, ее надо смотреть. Предлагаю тогда в чате нам написать, и мы рассмотрим этот вариант. Ну, то есть по умолчанию, ну, должны импортироваться все, да? То есть да. все, кого мы Если указали. Произошла какая-то ошибка, значит, что-то с данными источника неправильно, некорректно. Либо, может быть, данные уже были, и вы не
там не обновлять данные. Вот здесь тоже есть эта опция. Нужно более конкретно, какая шкала написать. Отлично. Так, чуть более общий вопрос, на который даже я знаю ответ. Coracle, может ли FineBI подключаться? Ну, давайте. Ответишь? Нет, хочется давайте экспертное мнение. Тогда давайте я покажу просто не просто, что можно и нельзя. Вот так это делается. То есть коннектор Coracle уже включен в FineBI, вам ничего дополнительно не нужно делать. Только в случае, если выяснится, что драйвер, загруженный внутри FineBI, который содержится, уже вам не подходит, вы можете выбрать кастом и добавить драйвер актуальной версии. Поэтому, либо если драйвера подходящего нет, загрузить, добавить новый драйвер и его использовать в качестве, ну, в качестве драйвера взаимодействия с Oracle. Супер, спасибо. И вопрос, в какой версии шестерки ты сейчас это все показываешь? Это версия 11, я пока не поднималась выше, 6.0.11. Да, ну и, соответственно, да, там версии внутри, ну, минорные обновления, они довольно легко там все обновляются. Если вы не в курсе, то можете там спросить у нас в чатике. Я позже скажу, как с нами связаться быстро. Так, вопрос от Егора. Сергей, вы сказали, что BI Consult продвигает FineBI не только в России, но и на территории СНГ. Подскажите, пожалуйста, о реальных кейсах. Действительно, страны, которых не коснулось импортозамещения, внедряют китайский продукт. Про кейсы, к сожалению, не могу рассказать, но то, что интерес со стороны СНГ идет, да, безусловно. Ну, как вы видите, я не знаю, если вы, ну, изучали продукт FineBI, то это довольно интересный BI-инструмент со своими особенностями, да, тут как бы, скажем, не вся документация переведена на российский, и даже, ну, на русский и даже на английский не все переведено, мы активно этим занимаемся, но, тем не менее, тот путь, который этот продукт прошел там в той же России, там, за, ну, вот уже год прошел, больше года мы делали первые коммерческие продажи в прошлом году, в августе, соответственно, это просто колоссальный, конечно, путь. Знания накапливаются, специалисты появляются, специалисты сертифицируются. Вот. И большие компании в России внедряют FineBI. И, соответственно, ну, это как бы показатель и уровень того, что все-таки продукт хороший, интересный. Ну, потому что, наверное, опять же, вы знаете, там на российском рынке присутствует там больше 30 сейчас уже вендоров российских продуктов. И, тем не менее, при всем разнообразии и... Ну, понятно, многие российские компании обожглись на импортном ПО, да, то есть многие там в первом приоритете у многих компаний было выбирать только российское ПО, тем не менее, вот многие, ну, назовем это так, рискнули и сделали выбор свой в сторону FineBI китайского продукта. Поэтому вот, не стоит говорить, что это люди прямо совсем от безысходности его внедряют. Это вполне равноправная альтернатива ClickTableau и PowerBI. Так, вот Владимир нам подсказывает, Наташа, видимо, тебе, возможно, что вам нужно настроить RLS для режима Direct. Сейчас проверим. Давайте вместе проверять. Ага. Ну, это точно Spider, на самом деле. Видите, update information я обновляла, поэтому это Spider, а не Direct. Дело не в этом, я где-то... не учла. У меня была такая ошибка, когда я подготавливала, я как-то ее решила, но вот сейчас быстро не могу вспомнить, в чем была загвоздка. Это всегда неприятно, когда готовишься, вроде бы все понятно, а непонятно. Давайте сейчас я проверю еще раз свою табличку, посмотрю, все ли я правильно учла. Может быть, я не того пользователя просто использую для тестирования. Обычно, да, самая такая простая ошибка, она самая вероятная. Да, именно так и есть. Так. Того пользователя, видите? Просто я не всех пользователей завела, и это было не очень... правильным решением, да. Да. Так, ты сейчас это будешь делать или мы дальше по вопросам? Пока по вопросам, я сейчас проверю, да. А потом покажу. Так, вот спрашивают, вот мы уже ответили на вопрос, как определить, кто заведен через АД, а кто через внутреннюю аутентификацию.
Вот реальный кейс. Допустим, у нас 1000 пользователей, из них 100 LDAP. Как вот вычленить эти 100? То есть, наверное, как, и выгружается ли это как-то таблица, то есть, и потом фильтрануть можно, или как это все увидеть? На самом деле, те, что по LDAP, те, что синхронизированные, вы не сможете никак вообще ничего с ними сделать. Не, Наташа, это понятно. А, Ну, просто вот, есть только большие. синхронизированные, импортированные только, а таких возможностей, наверное, нет именно по LDAP А вот выглядит. эту табличку вот нельзя импортировать там, в наш многострадальный Excel и оттуда там фильтрануть, нет? Не получится? Я здесь не вижу такой возможности. Я уточню у вендора, как это можно сделать. Возможно, это получится сделать на основании таблиц самого FindBI. Ну, база внутренней. Хорошо, я узнаю. Ну, потому что это Выгрузить. действительно такая история, когда, ну, эту систему AD используют там большие компании, действительно тысячи пользователей, и вот как с этим работать, не совсем понятно, да. Здесь я бы предложила описать конкретную ситуацию, то есть когда вам действительно это нужно, чтобы мы более детально задавали вопрос у вендора, можно ли что-то выгрузить. Скорее всего, вендор будет спрашивать, какой кейс, чтобы лучше понять, а нужно ли это действительно реализовывать. Так, идем дальше. Как проходит сертификация специалистов? Ну, у вендора есть специальный портал, на котором все это происходит. Там есть несколько уровней сертификации. Там, собственно, начальный уровень довольно простой, скажем так. Ну, то есть, я не знаю, там с нуля к нему можно подготовиться там за пару месяцев. Ну, если у вас там уже есть опыт работы в какой-то биосистеме, то, наверное, быстрее. Вот, и есть продвинутый, он довольно длительный, там на его выполнение, если не ошибаюсь, задается несколько дней, после которого вы готовите свою там такую прям работу, делаете дашборды, ну и там пояснительная записка, она такая довольно внушительная, ну то есть это такая серьезная работа. Вот, на самом деле у нас на сайте, но я еще раз повторю, позже покажу ссылочки, можно пройти примерный тест, да, то есть он максимально облегченный, максимально упрощенный, вот, но, по крайней мере, вы можете потренироваться в прохождении и проверить свой уровень знаний, ну и понять, какие вопросы сейчас, ну, какие вопросы там часто спрашивает вендор. Так, Николай спрашивает, есть ли возможность custom LDAP connection? А что значит custom LDAP connection? Николай, поясните, кроме DCOU, который можно выбрать при подключении. Коллеги, я могу голосом, да? Да, Да, конечно, Николай, конечно. да. Смотрите, там просто, когда вы показывали, как настраивать connection LDAP, там вы выбирали строку подключения и прописывали там DC, OU, ну, OU это группа. То есть там можно их выбрать. Но иногда нам бывает необходимо выбрать пользователей, у которых есть, допустим, e-mail. Ну, часто в Active Directory существует много мусорных записей. И чтобы их не тянуть все, ну, допустим, я настраивал обычно фильтр, где там personal там опция включалась, просто как отдельное поле, куда просто эту строку connection можно вставить и все. И забыть про это дело. Да. Правильно я поняла вопрос, что при настройке подключения необходимы дополнительные условия, да, получения информации по пользователю. Да, ну то есть Что там не всю фильтрация. группу, а фильтрацию группы сделать. Хорошо, я уточню у вендора, потому что это настройки, ну и у наших системных администраторов. Я, честно говоря, не настолько хорошо понимаю работу Active Directory, чтобы понимать, чтобы точно сказать, какие еще условия можно задать. Возможно, точно так же здесь дополнительно там не DC, а что-то будет еще другое. Может, Не, какие-то ну, другие ключи. понятно, что на уровне самого Active Directory через LDAP admin можно настроить все, что угодно. Можно отдельную группу сделать, но не всегда мы, как разработчики аналитики, можем повлиять на
эти процессы в компании. Да, не всегда доступ туда, да, это другие люди делают, другие отделы, да. Хорошо, я уточню тогда более детально Спасибо. этот момент и в чате или лично, ну, оставьте контакт, мы вам ответим, подготовим ответ. А мы с Николаем и так хорошо знакомы. Нюансы, да. Вот видите, вы более глубоко уже погрузились в вопросы, вы можете какие-то кейсы нам подсказать и более детально изучить. Буду рад оказаться полезным. Да, спасибо, Николай. Ну и на самом деле, да, напоминаю, что китайский вендор очень активно выходит на российский рынок, собирает обратную связь по продукту, как вы его используете, какие сложности, какие вопросы, ну потому что все-таки это... Я не знаю, Китай — это другая цивилизация, там мыслят немножко по-другому, там часто такие бывают неожиданные решения со стороны вот китайских товарищей, то есть не сказать, что они плохие, но неожиданные, как бы мы привыкли это там какие-то элементы интерфейса или что-то еще, опции видеть в других местах, вот, поэтому не стесняйтесь, пишите свои вопросы, пожелания, мы их собираем, ну, что называется, систематизируем и отправляем вендору на доработку, и он довольно активно берет себе в, собственно, в бэклог, да, и вносит изменения в свой продукт. То есть оперативно довольно выпускаются обновления по продукту. Так, дальше поехали. Женя спрашивает, на чем крутится сама база FineBI. Ну, здесь встроенная база. Да, это то, что стандартно предлагает вендор. Все у меня получилось. Да, давайте я тогда закончу про базу. Да, это, собственно, разработка компании FunRuan. Довольно, да, получается, ну, то есть это закрыто, они не на каком-то open source это делают, и это получается большой плюс. То есть мы обсуждали это с вендором, когда там какая-то компания использует код, собственно, сторонний, то всегда есть риск там сторонних санкций, кто-то может запретить использовать свой код, даже если это СПО. Вот в данном случае ничего такого невозможно, то есть компания FunRuan разработала все сама с нуля, никто ей не может, ну, окей, конечно, китайское правительство может сказать, все, мы поругались с Россией, больше нельзя туда продавать, но, условно говоря, никакие американские компании не могут сказать, это наш код, как бы все, выньте его из своего продукта и больше там не используйте, и, соответственно, там у вас все превратится в тыкву. Нет, такого здесь не случится. Да, Наташа, тогда тебе слово, дорасскажи, да, почему у тебя, в чем была ошибка, я что не получалось. Я недовыдала, торопилась, как всегда. Покажу сейчас еще раз. Я проверила, чтобы были права. То есть очень важно, чтобы у пользователя были основной, самое базовое при настройке прав для пользователя просмотра. Это доступ к директории, соответственно, дашбордам директории и права на осмотр данных. Я не указывала эти права, не указала корректно. Вот, они у меня уже были настроены. Также можно здесь вот по нескольким полям и город, и страна еще указывать. То есть, разумеется, комбинация может быть более сложная не только по одному полю, а по нескольким полям. И, конечно же, таблица маппинга может быть намного больше, сложнее и задавать любое количество комбинаций доступных данных. В принципе, так обычно и работают на промышленных средах, когда большой источник. При этом таблица, как всегда, ну, она хранится в одном месте, все видно наглядно, вам не надо будет построчно выяснять, кому из пользователей, на какие конкретно строки вы выдали разрешение. В этом плане, конечно, работать на основании таблички и логинов более эффективно и проще в больших компаниях. Супер, спасибо. Да, и вот коллега, короче, сформулировал, собственно, вот как раз кейс, то, что нам надо спросить у вендора. То есть перевод нескольких сотен пользователей на LDAP, аутентификацию. Нужно понять, кто перевелся, а у кого не получилось. Там не совпала учетка или нет такой учетки в целевой группе AD. Вот, ну, то есть, да, кейс такой довольно прикладной. Да, понятно, спасибо. Тогда... В принципе, в момент синхронизации... Все ошибки будут отображаться, и сколько мы видели количество успешной синхронизации, неуспешной, и FineBI все пишет в лог, вы всегда сможете найти ошибочные
именно в логах. Ну, если да, если вопрос в этом, то тогда да, через логи можно посмотреть. Так, еще вопрос от Жени. Как тогда посмотреть вопрос, посмотреть в этой базе данных, но имеется в виду в базе данных FindBI, данные в таблицах? Не очень понял вопрос. Вопрос в том, работает ли FindBI с таблицами? Ответ, конечно, да. Или я не совсем понял, что-то другое все-таки Женя хотел уточнить. Я хотела вот еще показать, что вы можете настраивать процент успеха, неуспеха. И в какой ситуации должна прерваться синхронизация, при каком критическом уровне, если, допустим, у вас система выдаст, что большая часть пользователей была некорректно синхронизирована, вы можете прервать синхронизацию. Это все настраивается. Угу. Да, Женя, я все равно вас не понимаю. Если можете голосом пояснить тогда, да. А, в смысле, посмотреть, где LDAP, где нет. А, как посмотреть, я поняла, а как тогда посмотреть в этой базе данных в таблицах? Мы вроде хотели настроить, посмотреть, где LDAP, где нет. Ну, я даже вот не помню, про этот случай был или нет. То есть сказали, что вроде как можно как бы то, что вот у нас отображается, грубо говоря, да, настройки. Я не помню, касалось это LDAP или нет, был вопрос, потому что как вот так вот отличить там одного пользователя от другого там и так далее. Вы сказали, что можно там залезть посмотреть. В базу, да, и посмотреть. Да. А, в этом смысле? Как, да, в этом FindDB смысле. База. Как в нее залезть, в эту FindDB базу? Есть соединение. У меня, кстати, по-моему, здесь не настроено FindDB. Могу посмотреть. Есть, могу прислать вам документацию по настройке FindDB, подключению к FindDB именно в рамках со стороны FindBI. Сейчас я проверю, у нас есть, наверное, другой. Лог тебе, а вот есть у нас, давайте проверим, у нас еще есть тот. FindDB, то есть мы настраиваем подключение, оно настраивается достаточно просто, где находится база, MySQL, HDBC драйвер, localhost, порт, root, пароль, все как бы очень просто. То есть здесь... он на MySQL получается, да, на вышке? Да. Скорее всего, там надо проверить. Понятно. Просто какой источник. Проверьте, документация об этом написана. Здесь у нас FindDB, мы также можем получить список всех полей, всех таблиц, которые содержатся в этой базе. А вот сверху LogDB еще. И есть LogDB, но у нас что-то вот Connect, должен грузиться, это сервер. Не знаю, что с ним происходит, в каком сейчас статусе. Почему-то долго. Здесь LogDB, он уже... Да уже пятница вечера, он уже пошел пиво пить. Здесь вот тоже можно логи посмотреть. Все это описано в документации. Если вам нужна более подробная информация, обратитесь, напишите нам в чат. Мы подготовим что-то вам конкретно. Я вот даже не знаю, загружать, не загружать у нас пока что. Ознакомительный только период идет. Это больше для администраторов и для более такого глубокого анализа, но да, вы можете если на основании будем... этих данных спокойно строить свои дашборды по статистике и так далее, по пользователям и так далее. Так что хорошо, это может спасибо. Быть полезно, если у вас внешняя база, то есть это при стандартной установке, когда база является встроенной. Если вы настраиваете и переносите контент самого FindBI на внешнюю базу, то тогда вы, как обычно, подключаетесь к базе и там все находите и работаете с этими данными. Ага, хорошо, спасибо большое вам за пояснение. Сергей, ты читаешь остальные вопросы, потому что я не помню. Так, вопрос, да. Так, вопрос дальше. Как хранятся права? Можно ли достать конфигурацию доступа по API или посмотреть в файловой системе BD? Это для обработки прав доступа скриптами. Как утверждает вендор, все, что здесь мы видим в рамках Manage, все можно
настроить управление по API. То есть для всего вот этого есть API. Нужно разбираться и погружаться в этот вопрос, но оно есть. Выгрузка прав возможно. Есть... Сейчас, по-моему... Я не помню, где это конкретно сделано. Я чуть позже отпишусь. Надо вспомнить, где это лежит. User Management Permissions, по-моему. Это я находила. Я записала. Пришлю. Не буду сейчас тратить время на поиск. Угу. Ну и, соответственно, вопрос в догонку. Где взять документацию по API? Ну, вестимо на сайте вендора, да, но ну, и также можем ссылочку поделиться в нашем чате. Да. Ну, собственно, да, и всех приглашаю в наш чат. Там, если там технических вопросов нет, я тогда, да, сейчас дам страничку с контактами. Даже тогда отпусти. Отключаюсь, да. Сейчас я тогда паузу демонстрации, да? Что еще раз? Паузу демонстрации нужно сделать. Не-не, тебе демонстрацию отпусти. Отключить. А, вот все. Все, я сейчас сам отберу у тебя. Чик. Вот, соответственно, здесь QR-коды, значит, ссылка на техническую документацию Find BI. Вот там активно переводится все на английский язык, чего-то, конечно, не хватает, тогда можно будет, ну, собственно, автопереводчиком там Гугла или Яндекса воспользоваться. Это наш сайт Data Finder, там можно в разделе Find BI много полезной информации, в том числе там есть ссылка на плагин, про который Наташа сегодня рассказывала. На YouTube есть плейлист, там очень много видео, и, соответственно, туда же мы выложим запись данного вебинара, то есть вы сможете его там найти и пересмотреть внимательно. И, соответственно, вот это телеграм-канал по Find BI. Регистрируйтесь, ну, не регистрируйтесь, добавляйтесь, и, соответственно, давайте, что называется, вместе продвигать знания по Find BI в российские массы. Сделаем этот продукт вместе лучше. Так, вопросики еще вот от... так, Егор спрашивает, в ближайшее время какие-то активности с вендором запланированы, возможно, конференции. Ну, смотрите, да, в конце месяца приезжает вице-президент Find BI в Россию, как бы с ним, соответственно, можно там сделать кулуарную встречу. Вот если у вас есть какие-то технические вопросы, есть бы какие-то коммерческие вопросы, то давайте можем вместе запланировать. Ну, по каким-то серьезным вопросам, да, можно организовать. Соответственно, активности какие у вендора еще есть? Сейчас активно переводится шестая версия Find BI. Ну, то есть мы уже вот бету посмотрели, конечно, если честно, ну, так себе еще переведена, там еще ого-го сколько работ, ну, надеемся, до конца года будет. Вот, соответственно, дальше шестерка активно живет и развивается, будет, ну, сейчас, например, там, ну, будут такие реально очень серьезные изменения, то есть улучшение, перерабатывается там практически полностью движок в плане работы с большими данными, мультинодные конструкции вот эти, чтобы можно было действительно поднимать много серверов, ну, это для больших компаний, у кого много данных, это прямо вот очень интересная история. Так, Владимир подсказывает, через плагин можно сделать экспорт. Manage Permission Authorization Export. Вот, спасибо, Владимир. Да, а плагин Export Permission. Супер, вот чувствуется, Владимир уже разобрался в вопросе. Так, Наташа, у тебя есть что-то добавить? А микрофон выключен. А, вот, да. Да, вроде нет. Вроде вспомнила, нет. Да, я про плагин слышал, попадался в нее, просто думала, что это по умолчанию. Спасибо, угу. Владимир.
Да, на самом деле, подсказку. да, есть там маркет плагинов у FunRun, он довольно большой, но там еще, кто не знает, это зайдите, посмотрите, там маркет FunRun.com, там есть часть плагинов платные, часть бесплатные, часть разработанные самим FunRun, часть сообществом, которые используют FineBI и FineReport. Вот. Но они все, естественно, премодерируются вендором, то есть там вероятность словить какого-то трояна или бэклог, там, ну, бэкдор, там минимальна. Вот, поэтому пользуйтесь, смотрите. Ну и в частности, я говорю, вот у нас на сайте DataFinder можно найти список тех плагинов, которые мы уже опробовали, посмотрели, там есть описание, и можно скачать. Ну, какие бесплатные, платные, да, обращайтесь к нам по коммерческим вопросам. Так, Владимир спрашивает, где можно посмотреть roadmap развития FNBI? Слушайте, ну это интересный вопрос, это вопрос больше к вендору, соответственно, будут они его представлять, когда он будет готов. Вот, это такая немножко, наверное, закрытая информация. Я бегу немножко впереди паровоза, поскольку имею больше доступа в общении с вендором. Так, коллеги, если еще какие-то вопросы есть оперативно, там можете голосом спросить, если там писать не очень получается. Если нет, тогда давайте прощаться. 6 час пятницы. Спасибо, Наташа. Все отлично, все получилось. Даже смодерировали ошибку. Сделаем вид, Да. что это была запланированная акция. Ну, так было, да, интереснее. Да. Ну, в общем, да, скоро обработаем видео, выложим на наш YouTube-канал BI Consult, вот, и там, соответственно, вы сможете посмотреть более внимательно, потому что, ну, Наташа торопилась, хотела, что называется, показать максимум информации за короткое время. Вот, а вы уже можете в спокойном режиме все повторить манипуляции на своей инсталляции FineBI. Так, Если Владимир. будут вопросы, да, пишите в Да, пишите в чатах, чат, мы Telegram. будем активно отвечать. Ага. Хорошо, спасибо вам большое за интересную презентацию. Вот, удачных выходных. Да, спасибо. Спасибо, Женя. Да, Владимир успел задать вопрос, планируется ли встречи вендора с существующими заказчиками. Да, конечно, встречи будут. Мы, конечно, проанонсируем, да, позовем всех. Спасибо всем, всего доброго, хороших выходных. До свидания.